Черт. Блин, потерял управление, из-за этого врезался. Блин, нога, нога. Ладно, нужно срочно добраться до генерала. Ведь, вот, ведь эти мобы идут. Надо бежать. О нет, мобы! На, получи! Что это? Гигант дурацкий! Стрелять по лбу! Меня! Блин, еле убил этих. Руку. Стоп. Это что? Это грузовик? Так надо проверить, у него есть бензин. Есть. Ну, я поехал на базу. Тяжело управлять, однако, этим грузовиком. Фух, я приехал. Но скорее пойти к генералу. Войдите. Генерал, генерал! Слушайте, значит, мобы стали очень сильными. Ваш... Нас... Наш отряд практически целиком погиб. Так что, что вы нам прикажете делать? Значит, вызываю нашего лучшего солдата, охотника на мобу. Пусть он с ними разберется. Хорошо, генерал. А, вот мой любимый БТР. Нет, мобы. Получите, получите. Так, ну все, вроде бы я этих мобов убил. На всякий случай возьму калашек. Стоп! Это кто? Это кто? А, получи! Получи, умри! Умри! Фух, это кто-то новенький. Она... Так. На всякий случай надо взять пулемет. Все, пулеметик. Но здесь вот я уже не пройду. Не проеду на БТР. Так что придется идти. Стоп, это кто? Это что за гигант? А, получи.
Фух, еле как убил вот этого гиганта. Стоп, это еще что за... Конец первой части.